Это испытательный центр пищевых продуктов. Сюда со всего края производители везут макароны, муку, масло, крупы, конфеты, чтобы исследовать на соответствие нормативам. Но приносят продукты и покупатели. Порой товары на полках не проходят по ГОСТу, а порой... Были и спорные моменты, когда, допустим, в хлебе были кусочки стекла, и между предприятием и потребителем в этом случае был спор, и мы стороной были защитников потребителя в этом случае, да, что мы по органолептическим показателям определили наличие этого стекла в хлебе. Это редкие случаи. В основном же проверка выявляет несоответствие стандартам качества. А еще чаще выявляет хитрецов. Закон позволяет производителю сочинить стандарт в обход ГОСТа. Так называемые ТУ и СТУ на упаковках чаще говорят о невысоком качестве. Дорогие ингредиенты заменяют на дешевые. Это особенно любят изготовители конфет, десертов, шоколада и самой разной выпечки. Все в рамках закона. А вот уже в лаборатории Роспотребнадзора находят и фальсификат. В последнее время стоит отметить, что участились случаи фальсификации молочной продукции, в частности, жирами растительного происхождения. Также участились случаи обнаружения контаминации пищевых продуктов животного происхождения, а именно мясо, полуфабрикаты мясные, как мясо, так и субпродукты и птица в том числе, на содержание антибиотиков и антимикробных препаратов. Антибиотиков в мясе стало больше, но чаще содержание не превышает норму. В этой лаборатории, можно сказать, исследуют вообще все, что возможно, на все необходимые показатели. Здесь можно увидеть любой метод от простого титрования до работы на спектрофотометре. Он позволяет определять содержание, очень низкие содержания элементов, металлов преимущественно, в пищевых продуктах, в воде. И делает это методом атомной абсорбции. Отправить сюда продукты может кто угодно, но если вы просто хотите узнать, насколько качественную колбасу купили, придется заплатить. Цены самые разные в зависимости от сложности анализа. А вот если вы продуктом отравились, по закону проверить его должны бесплатно. Для юрлиц, по чьей вине отравился потребитель, сумма штрафа составляет от 100 до 300 тысяч рублей. Кстати, чаще всего объектом такого исследования становятся шаурма и беляши. А вот просто качество того, что мы едим, вызывает вопросы почти в любой области пищепрома. Вы смотрите на полки магазинов, много там того, что вы сами никогда бы не взяли? Очень много. Ужасает ситуация на самом деле. Андрей Дриер, Александр Антропов, Дмитрий Денисов. День с толком.